Привет, друзья! С вами Павел, и сегодня у меня на обзоре маленький обзорчик LEGO City 60-300. На данный момент это самые маленькие наборы, если не считать полибэгов, и это первый мой LEGO-конструктор, наверное, за последние лет 20. То есть я не держал оригинального настоящего LEGO практически 20 лет со времен своего детства. В детском мире сейчас хорошие акции, распродажа, поэтому я и решил взять его. Мне понравилась его цветовая гамма, наличие коричневых деталей и в целом довольно интересный сюжетик. Набор этот 5+, количество деталей. На обратной стороне из-за малого количества деталей у нас нет никаких альтернативных сборок. Первое, что бросается в глаза по сравнению с Китаем, то это наличие книжки, то есть полноценной нормальной инструкции, а не какого-то куска бумаги, где за 3-5 пунктов собирается огромная постройка. Конечно же, качество журнала на высоте, на первой странице у нас ничего такого полезного нет, и сразу же приступаем непосредственно к сборке. Причем сразу хочу отметить, что поскольку набор 5+, то инструкция здесь крайне подробная. То есть у нас в прямом смысле идет по одному кубику на каждой странице. И здесь ошибиться точно не получится. То есть у детей проблем сборки здесь не возникнет. Итак, в целом это вот такая постройка. Давайте посмотрим на мини-фигурку. Здесь она достаточно качественная. Конечно же, на фоне и на контрасте с китайцами. Качество принтов отличное, и даже на ногах у нас есть принты. Ходит все достаточно четко и хорошо. Голова, как обычно у леговских минифигурок, сидит хорошо. И вот такой вот здесь мотошлем. К сожалению, без забрала и без стекла. Выглядит, кстати, очень классно, и детализация у него очень высокая. Последний раз я держал наборы в основном из 90-х годов, и поэтому такая детализация в современном LEGO меня несколько удивляет. Основная постройка здесь выполнена в виде такого мини-квадроцикла спасательного. Также у нас на его задней части имеется дрон. Кстати, конструкция его достаточно интересная и забавная. Он имеет два вентилятора, которые не пересекаются друг с другом. В задней части у нас имеется вот такая вот штучка, то есть как будто бы имитация джойстика или управления, и вот такое вот что-то типа наподобие гаечного ключа, состоящее из двух деталек. Не знаю, зачем эта вещь в этом наборе нужна. Кстати, сидит этот ключ не очень туго, то есть его легко можно потерять. Чуть-чуть надавить, и он практически сразу съезжает. Что касается конструкции джипа, то здесь я несколько удивлен, так как я все-таки думал, что это самый маленький набор LEGO, и привык, что он равносилен набору из 90-х, когда было по 30-40 деталей, когда машинка собиралась из одной полоски на 2 на 6 пин, двух осей колес, руля, спереди пару деталей и сзади. Здесь, как мы видим, идет достаточно плотная сборка. И у нас 5 пластин в высоту. То есть почти 2 кубика в высоту корпуса этого автомобиля. Все это сделано за счет того, что здесь используются не самые привычные для 90-х, но самые привычные для современных оси, которые умеют вот так вот болтаться. То есть у нас здесь можно сделать даже некое диагональное вывешивание. То есть в этом плане очень прикольная, как игровая функция, вот эта подвеска имитируется. Колесики достаточно качественные. По-моему, это сами фаль-колеса из 90-х классические, а вот баллоны, по-моему, немножко другие. Хотя я могу ошибаться, так как сейчас у меня нет старых наборов. По количеству деталей, хоть и машинка достаточно простая, но собирается довольно-таки интересно. Ну и что касается мини-постройки, то здесь у нас веточки, скорпион и две обезьяны с бананом. Запасная деталька здесь была, дополнительная какашка и дополнительный вот этот штырек. Я этот набор чуть-чуть по-другому пересобрал, так как бананы у нас вот так растут, и я решил вставить банан вот сюда, а ветку поднять наверх. Ну и на скорпиона я прилепил запасную какашку, то есть как будто бы обезьяны на него накакали. Вот такая игровая ситуация. Также дополнительная деталь был вот этот фонарик. То есть здесь у нас три дополнительные детальки. В таком маленьком наборе аж целых две обезьянки. Обезьянки от классических из 90-х отличаются тем, что у них только одна рука, но зато есть крепление под пин, куда ее можно посадить. По размеру она, кстати, очень маленькая, а вот банан очень громоздкий. Не знаю, почему LEGO сделали такой огромный банан. Он что для обезьяны, что для человека крайне гигантский. Наверное, это ГМОшный бананчик. Как набор для детей он достаточно интересный, также он интересен и под детали. За небольшую стоимость мы получаем пяток коричневых деталей, вот такую небольшую салатовую платформу и несколько зеленых деталей для зелени, а также целых три животинки. Ну, что касается мини-фигурки, то, наверное, она ничего особенного из себя не представляет. Это обычная сити-фигурка из серии Rescue.
Добрый доктор Айболит. Само собой катается машинка без проблем и очень хорошо. Никаких слабых мест у нее нет. Даже дрон в целом, хоть и держится на двух пинах, достаточно качественно. Ну и что касается этой постройки, то понятно, что она более хлипкая, чем машинка. Ну а на этом все, друзья. Если вам ролик понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Вам спасибо за просмотр, всем удачи и пока!